Известный телеведущий канала «Россия-24» Александр Кореевский рассказал омским бизнесменам о том, в какой валюте лучше хранить средства и как планировать расходы в условиях, когда курс рубля проанализировать сложно. А также, куда вкладывать деньги. Об этом шла речь на конференции. Главная тема развития российской экономики – тренды и аналитика. Александр Кореевский – экономический обозреватель телеканала «Россия-24». На протяжении последних 10 лет он ведет собственные аналитические обзоры. Встреча была организована компанией «БКС Премьер». Как уверяют эксперты, подобные мероприятия все больше востребованы в деловой среде. Каждого интересует будущее российской экономики. Вы видите, все видят, что происходит с валютой, с рублем. И с каждым годом эти вопросы все активнее нам задают. И для того, чтобы жители города Омска могли услышать альтернативные точки зрения, также точки зрения московских спикеров, ведущих российских там, телеканалов главных, мы их приглашаем для того, чтобы наши жители были поближе к правде.